Без Энигмы немножко не то, ну ладно. Здорово, чуваки, короче, собрал своих лучших подписчиков, сейчас вы лицезреете идеальную игру, просто синергию от пятерых игроков, будем давать идеальные ульты. Желаю вам приятного просмотра. Винды спали, я винды не могу настроить. Давай я буду стоять тут и светить, как вижу. А, вместо варда? Ну тебе надо было мипа пикать, короче, на хайграунды ставить каждого мипа рядом. Да. Ух ты, чё, у меня тренд? Там тренд, конечно. Мне ботл надо, чуваки, или не надо, чё думаете? Нет. Да бери, бери, бро. А может вы мне купите? Фаст блинки все покупаем и все. Можно, кстати. Тем временем. Чуть-чуть терпим. Снайпера будет трудно убить, но я думаю, возможно. Опа. Крифчиков хорошо добиваем пока что. Ну, у меня все супер. Пойдем руну законтролим. Сейчас ботинок прилетит. Не подставляется на снайпере. Вот почему, блин, снайпер? Я не могу ульт хороший дать. Я иду к вам, чуваки. Я приду наверх. Мне пик подвел. Я бегу. Я все здесь. Ничего себе. У тебя ульт есть? Давай попробуем. Стой. Хорош. Хорош, давай! А! Ух! Хорош! Давай! Нормально! Хорош! Давай тебя похилим. А пошлите на топ. А есть ульта у тебя? И у меня есть ульта, и у Варлока есть ульта, и у ЦМки есть ульта. Идем все на низ, реально. Мы бежим, все, снайпера, все ульты в него. За все говно. А Сэмка в соло убивает. Ну, тренда тогда. Вот еще сучка. Убить сучку. Убить всех. У Тайда есть ульта. Но это реально не контриса, я не понимаю. Но всегда есть какие-то ульты. Опа. Нихуя. Хорош. Ой-ой, помочь, помогаем. На, красавчики. Не надо дальше. Разор в ахуе. Но они потерялись конкретно. В лесу фармят, чуваки. Ой, это в лесу. Все, там тренд. На. Изнасиловали просто. У меня ульта откатилась. Все есть ульты. Идем наверх, идем. Я ДДшку заберу только. Так, у нас еще есть две ульты. Этого вполне достаточно, чтобы дела грязные делать. Я так думаю. Трента. Хорошо. Мид, помочь. Делаю ТП. Бам! На. О, еще одного нашли. Иду. Бля, почти. Красавчики. Воу, мазафакер. Куда? Ой. Хорош. Все, убили. Зажали, чисто, насилуем. Бам! Но у меня ульта есть уже опять. Идем по миду, идем, все ульты дадим. Все в одного скинуть. Они на тройке своей. Фармят. Че? Ты ничего не видел. Они ничего не заметили. Какой-то баг. Ушел в КД ульт. Не знаю как. Давайте сейчас Рошана убьем и отдадим Варлоку. Что-то слабо, чуваки, бьем. Да он заколебал. Реген, друзья. О, мне надо это. Нет. Понятно. Какой-то имбалансный он. На, нахуй. Хорошо. Сейчас еще ровагу. О, нет. Бам, забирай, Варлок, дарим тебе всей команды. А вы сможете ТП на не сдать? Я смогу. Уже даю, брат. А чё-то мало ТП. Пулянул. Пам, на. Пусть он танчит, у него важный шмот есть. Аэгис. Сейчас будет ульта, чуваки. Хорошо. Хелп. На. Хорошо. Байбек там, отходим.
А чё Висп его хилит через всю карту? Или это у меня баг такой? Ой, бывает немножко. Опыт нулевой. Ничего, ничего, Магнус. Все нормально. Все совершают ошибки. Ну, если ты вывезешь, короче, снайпера, ну, эта игра уже почти выиграна. Вывез. Только не довез чуть. А-а-а! Я делаю ТП, чуваки. А, блин! Куда ты? Куда ты? А, байтишь? Окей. Хорошо. Не знаю, хорошо ли, но походу. Там герочи нет БКБ. Да. Ну все, это тотально. Это... пацаны. Это все. Вот если бы не мой гениальный байт, тогда бы ничего не было. Согласитесь. Вот и молодец, молодец, Магнус. Варлок вышел из чата. Хелп. Мне больно. Живу. О, может РП дальше сюда подвезешь, а я здесь дам, давай. Давай. Сюда. Одного получилось только. Нормально. Вот скажите, что им надо, чтобы это пережить? Вот я не понимаю. Что, БКБ им не особо там поможет? На-на. Он хилит и хилит, надо, чуваки, о, надо снести. Регенку. Можно, можно, можно. Мне сбили тоже. Сбивают, все, давайте без меня. Воу, воу. На. Давай, давай, шейкер. На. На. Хорош. Чуваки, даже ульт не потратил. Хорошо. Сюда. Чуваки, а что там у нас по шмоткам? Там третий тир открылся, у нас выбито только две шмотки. Бывает. Бам. Хорошо. Ну и все. Есть ульта, могу ТП сделать. Давайте не скушаем, гайз. Если пойду дальше, я сделаю ТП. Не пугать. Я сделал на аванпост ТП. Хорошо. Что это за дождь из шмоток? Ну, бывает так. Когда 30 минут не выбиваешь. Всем? На меня ульта, я сейчас задоду. Изи. О-о-о, ты это дочь. Можно, да, нажать пыль и подраться. Ульт 30 секунд, чуваки. Хорошо, идем. Может, по меду в трон закончим уже, давайте. О, дед, дед. Гном был. Бля, не, был и дерево. Пропал. Сейчас он подойдет. Да, чё его? На, нафиг. Газ. Да, 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 вот так, вот так. Всё, минус разор. Хорош. О! Нихуя! Не довез чуть, не довез. Хорошо! Хорош. Давайте Рошана есть появился. Можно, я думаю, есть уже. Есть Рошан. Они. Там гирокоптеры байбек потратил, у них нет глифа. То есть сейчас финальный файт. Они внизу все в размен стараются эти. Молодцы, молодцы, не теряются. Да не ведитесь, они ничего не спушат. Пусть спушат в сторону, мы идем в трон. У них нет глифа, сейчас откатится, надо идти быстрее. Я сейчас буду. Все, ГГ. Да, ГГ. Куда вы, куда? Увез от вас. Не бейте его. Это мой кент. ГГ. А, не отпушили крипов, да? Ну ничего, давайте через бэкдор. Опанный бэкдор. Ну по чуть-чуть так пушится. Бэкдор. Походу. Боже, это жестко, чуваки, я не могу. Я с вами поеду на International скоро, я чувствую. International наш, все, давайте, открытые квалификации проходить. Ёбана. Рачитана. Каждый раз так. Ну тут до инта уже. Сейчас ульт, сейчас ульт. На. Все, хорошо. Найс, сюда.
Нормально сыграли. Ну, все молодцы, то есть это не моя заслуга. Мы работали слаженно с командой. Если нет одного ульты, есть другой ульт. Если нет два ульты, есть остальные ульты. То есть все время мы с ультами. Каждый файт, в принципе, у нас всегда были ульты. Всегда. Получилось классно, мне понравилось.